Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня роллинг на аккаунте моего сагилийца Вовчика. И это не просто сагилийц, это не просто гильдия. Эта гильдия находится на английском сервере. Кидайте заявочки, вступайте, кто играет. Приветствуются донатные игроки. Все данные у вас есть на экране. Английский сервер, в общем... Первые места, битва гильдии, атака фортов, ну, по-разному бывает. Такс, ну, Огник, кто может помнит, кто не помнит, он получил у меня Огника на гильдейском батл роллинге. Что по донату? До Минотавра он еще не дошел. По героям тоже все так, знаете, вроде и неплохо, по сути космо. Не хватает Лазули, Землеройки, Свалина, Махатмы. Все остальное донатное. Так, окей. Нету у нас сегодня никаких акций. Есть только акция за найм героев. Где там она? Где ты? Где-то мы ее пропустили. А вот она. Ну, такое себе. Честно говоря, такое себе. Так, окей. Ну что, поехали. Let's go. Посмотрим, какие у нас сегодня шансы. Снайпер. О, все, ребятушки. Понеслась. Давайте имбу уже. Суккуб. Да, космо бы вытащить. Атлант. Триант. Дед Дрейк. Накопленные самики. Не знаю, сколько он копил их, но... Но просто аут. Батька ролит, ребятушки. Вот так вот. Вот так вот. Я не знаю, так... Я не знаю, как у вас, кто, у кого минус уши, пишите комменты. Короче, поздравляю, Космо у тебя уже есть. Блин, поехали дальше. Let's go. Минус уши за ту топовый роллинг. Хорошее начало. Dead Drake. Надо еще нам Лазульку. Дракос. Суккуб. Эспирита. Ну давай имбу. Надо имба. Надо имба. Надо имба, я сказал. Рандомчик, ты чё, издеваешься? Ты чё, на приколе, что ли? Давай по-братски, бугиман. Махатму, кстати, было бы неплохо ему вытащить. Ара. Валентина, добрый вечер. Хранитель. Спасибо. Так, пора идти в рейд. В общем, идут конкурсы, ребятушки, кидайте заявочки, вступайте в гильдию, все дела, туда-сюда. Сейчас мы вытащим ему. Раз, два, три, Космо, приди. Раз, два, три, Лазуля, приди. Так, что там Огник у нас? Что там у нас Огник делает? Огник у нас там дрочится. Понятно. Поехали. Бум, сердцеедка падает сразу же. Инди Кейн. Конфета с ушками. Ниндзя. Ты чувствовал, что сейчас что-то упадет. Давай. Рандомчик. Давай, я сказал. Не хочет. Бастимер, Гризли Рипер. 10 тычек. Паладин чемпион. Это мега имбически было. Creation. Ниндзя.
Седна. Видите, как под музычку прет? Асура. Жестко, да, ребятушки, под музычку такое. Так, ну что, такой вот, ребятушки, у нас получился роллинг. Блин, обидно, конечно, что не вытащили мы всех недостающих. Ну, так бывает. Знаете, так всегда бывает. Потому что это рандомчик, но зато все круто, все классно. Все очень супер. Опачик. Тут опачик. Что за нубы нападают? Все такие, что за нубы нападают? Никто не видел Лазулю. Кто-то практикуется там на нас. Кто там на нас практикуется? Ну, я думаю, больше он там сильно особо практиковаться не будет. В общем, поздравляю, у тебя есть два имба-героя, которые, по сути, обездвиживают все видимое, невидимое. Максимум слот. Ну, ладно, Космо он потом увидит. Поехали, пооткрываем плюшечки. Так, эти плюшки, это не эти плюшки. Я имел в виду вот эти плюшки. Та-та-та-та-та. Коробочки с чарами, отлично. Две воодушки. Это огонь, ребятушки. Тут карты, мы тут, конечно, ничего интересного не выролим. Такс. Две пятых водушки, это тоже очень круто. 5 кулаков мы с вами словили. Это тоже мега эпически. Так, сундучки у него на просветы. Поехали. Самое интересное. Самое интересное. Так, а что у него там по местам? Кого там надо слить? Кто там нам мешает? Кто мешает прокачке мега имп? Так. А, видите, глючит немножко. Надо скин качнуть. Сразу же. Опа, 10-й. Просто жестко, да, ребятушки? Ой, тут нормально все по плюхам. По плюхам тут все нормас. Ну, таланты, видите, тоже хватает. Такс. Давайте кого-то сольем. Кто у нас тут лишний? Кто лишний? Кто? Кто сегодня нас покинет? Нормас так пойдет, да, ребят? Тоже так думаю. Так, просветик кинем сюда. Так, надо кого-то сожрать. Тут так неинтересно. Знаете, прикол такой, блядь, некуда сжирать. Это может быть вполне реально. Не, есть куда сжирать. Я уже испугался. До свидания. Вместо тебя придет новая имба. Такс. Космо. Космо, сосмо. Так, ладно, не буду я рунами заниматься. Как говорю, рунами этими.
Или давайте позанимаемся, посмотрим хотя бы, как живут Баст. Ну, не знаю, у каждого свои причуды. Может, это не первая, наверное, это, наверное, вторая, скорее всего. Второй мишка. Кто его знает? Кто его знает? Что у него тут творится? Каменка. Блин. С талантиками, конечно, беда тут. Я думаю, замедление поставим стрелку. Он уже... А, ведьма. Ведьма, не ведьма, нормально. Хотя не так все и плохо, я вам скажу. Так, где стрелок? Нафиг там-то каменка. Блин, в чужих алтарях, конечно, лазить после своего так неудобно. Не видишь, кто, где, как, что, кого, кому. А, слил восьмой талант, скажете вы. Ну и фиг с ним. Так, БВшка. Да, БВшка тоже не особо актуальна. Я даже не знаю. Бесполезные, как по мне, на таком аккаунте. Баст. БВшка. Жива. Да, у него тут странные немножко герои. Демка лобненько качается. Так, давайте на космо влепим. Нам бы ремочку словить. Так, баст. Грубая сила. Ладно, не буду я дальше ролить. Пусть сам паролит уже. Мы, в принципе, все, что надо было, сделали. В общем, поздравляю, у тебя дофигища, просто дофигища. Вариантов для прокачки. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосики. Всем удачи, всем пока.